В Самаре с 1 по 2 ноября пройдет экологический форум «Хранители природы». Его главная задача – собрать тех, кому не безразлично состояние природы. На форуме обсудят актуальные экологические проблемы. Для этого будут работать 4 тематических площадки. Речь пойдет о сохранении лесов и чистого воздуха, оздоровлении водных систем, а также экотуризме и экологическом просвещении. Целью форума несколько. Прежде всего, привлечь новых волонтеров, тех, кто на добровольной основе поможет с очисткой самарских рек и озер, посадкой новых деревьев, юридическими вопросами. Организатор форума надеется привлечь к решению проблем бизнес и наиболее острые вопросы закрепить в виде законодательных инициатив. Участниками форума станут представители власти, профессиональные эксперты в сфере экологии. Принять участие в нем может любой желающий. Для этого до 25 октября нужно подать заявку на сайте хранителиприроды.рф. В этом году это самостоятельный проект, экологический форум «Хранители природы». Мы приглашаем туда к участию всех желающих, которые хотят узнать больше про экологическую ситуацию у нас в регионе, которые хотят высказать свое мнение и, конечно, реализовать свои собственные проекты. В свою очередь, общественно-молодежный парламент при Самарской губернской думе, наши молодые будущие юристы смогут с точки зрения законодательства проанализировать эти вопросы и уже подготовить непосредственно законотворческие инициативы, которые пойдут в правовой отдел Самарской губернской думы.